Авиакомпания. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты, мне нравится. Поехали. Здравствуйте, предлагаю вам познакомиться с развивающей игрой «Логическое домино. Растение». Производитель УАО «Радуга», разработчик малышей компания «Город Киров». В игре 28 пластмассовых фишек. Это двухстороннее домино. Первый вариант домино научит детей классифицировать и сравнивать растения, овощи и фрукты, деревья, цветы, грибы и ягоды. Ничего себе! Детям предлагается к предмету, изображенному на одном из полей домино, приложить фишку с полем, где изображено растение такой же группы. Например, василек и клевер – это полевые цветы. Лисичка и опенок – это грибы. Нарцисс и тюльпан – это садовые цветы. Репа и морковь – это овощи. Лимон и яблоко – это фрукты. Мне нравится. А фишки с надписями «Пропусти один ход», «Пропускает ход следующий игрок», «Выложи любую фишку домино», «Один дополнительный ход» внесут в игру дополнительные интересы и азарт. У меня такого нет. Оборотная часть домино направлена на развитие внимания. Детям предлагается найти одинаковые цветы и выложить их в цепочку. Кто первый выложит свои фишки, тот победитель. Ух ты! Конец! Авиакомпания представляет. А что это такое? А это что? О, вау! Ух ты! Мне нравится! Ничего себе! Поехали!